Ой! Ай, 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 ай! Ой-ой-ой, что происходит? Что за рандом опять? Какой-то рандом дикий. Всем привет, с вами Курок. Подъехали награды за Weekend League ежемесячные. И давайте посмотрим, что мне выпало. Ух ты, это пресс. Разве это пресс? Думали, будет это рекламка? Да нет, я на самом деле не такой уж крутой ютубер. Ладно, смотрим, что там мне выпало. Что ж, мега-набор. Поехали. Щитков нет, понятно. Все шикарно, как всегда. Вау. Окей, пак номер два. Три редких. Опять без щитков. Ну, конечно. Your name is моя. Твоя моя. Понимать. Угу. Окей. Ну что ж. Четыре игрока с рейтингом от 81 и выше. Игроки с командной недели. Я понимаю, что они все-таки бичи. Но все же. Верим, блядь. От этого зависит, какой состав будет дальше собирать. Опа. Это для АПЛ хорошо. Но черт возьми, я не играю АПЛ. Ну, понятно. Два бомжа. Все же неплохо. Ладно, это было. В конце концов, я потестил Калашинца и Тавена. Могу сказать, что Тавен, во-первых, он левша, слабая нога у него. Вообще не алло. Три звезды стоит, по-моему. И он не забивает просто 100% моментов. Я уж видео не записывал, не хочу позориться. Калашинец в паре с Косели, я купил для него Коса. В моем дубле как-то вообще не смотрится после Александра и Дальберта. Про Алькасара и Трауре я уж говорить вообще не буду. Блин, не знаю, у них статы вообще никакущие. В общем... И ради этого у меня было столько пота за ноябрь. Жалко, не хватило одной победы, до золота один. Вдруг там был бы какой-нибудь Раджан Ингалан или Эден Азар. Но вряд ли. Ставьте лайк, буду благодарен. И подписывайтесь на канал. Также заходите на мой Twitch, возможно, я прямо сейчас там веду стрим.